По надписи под краном вода питьевая. Судя по вот этому ключу, приносит здоровье. Очень важно иметь львиное здоровье, а не потерять его вот таким вот уникальным образом. Вам ежедневно нужна вода, и вода чистая. Даже такой тоненькой струйкой, небольшим объемом некачественной воды, можно нарушить свое здоровье. А вы сколько хотите воды выпить за свою жизнь? В среднем ее выпивает 80 тонн. Но пол-литра или литр некачественной воды, и ваше здоровье закончилось. Я знаю, как сделать так, чтобы вы выпили не 80, а 90, 100 и более тонн воды. Обращайтесь.